Здравствуйте, уважаемые друзья. Меня зовут Сусана. Тебя как? Кирилл. Мы из города Хабаровска. Хотим рассказать нашу историю прихода в коралловый клуб. Пришла я в коралловый клуб за здоровьем ребенка. Нам поставили в 5 лет, сегодня ему 7 лет. Нам в 5 лет поставили бронхиальную астму. Вот мы дышали вот такой спейсер, гормоны, больше года. То есть все начиналось с того, что мы пошли в детский сад, он начал болеть, и болезнь опускалась на бронхи, то есть инфекция поражала бронхи. И как-то ночью он начал задыхаться. Хорошо, что я не спала, вот, я была на кухне, он подбежал, ему стало тяжело дышать, и вот с тех пор нас посадили на гормоны. И с каждым разом у нас потом прикрепилась аллергия, которой не было. То есть у нас аллергия была на деревья, на сорные луговые травы, на кошку и собаку. То есть ему нельзя было кушать совершенно пиццы, там вот такую фастфуд, к примеру, он совершенно на нее даже смотреть не мог. То есть мы не ходили вообще никуда, ни на дни рождения. То есть он часто очень болел, мы сидели дома, он не занимался спортом. То есть, ну, было очень тяжело. То есть в этом плане, вот, почему я начала заниматься тортами. Муж у меня был категорически против всяческих разных гомеопатий. Ну и вообще у нас на гомеопатию как бы у нас была вообще аллергия, то есть поэтому нам было противопоказано. Какие-то таблетки из трав, да, у нас была аллергия на мед, у нас была аллергия там на малину, ну то, что чем можно лечить, чем лечится во время простуды, лимон, у нас на цитрусовые была аллергия, то есть на все, вот. Сегодня, покажи, вот благодаря этой коралловой воде, которую нам порекомендовал мануальный терапевт, когда мы пошли к нему на массаж, вот, мы начали пить. То есть у Кирилла был кашель, сухой кашель на протяжении больше года, и он у него не проходил. Когда я начала поить его коралловой водой, через 2 недели он отхаркал мокроту, то есть его сухой кашель перерос в мокрый. И после этого я его брызгала еще серебром, то есть, ну, это вообще то, что не имеет, вообще без трав, да? Вот, и он вообще, ну, начал очень-очень болеть легко, так скажем, то есть после этого. И через 5 месяцев нас сняли с гормональной терапии, потому что я начала его поить лецитином, да, там, ну, противите, то есть что ты любишь там еще? Ну вот витаминки туда. То есть постепенно, то есть хотя вот это все с лимонным вкусом, да, там у нас было на семечки подсолнечника, то есть у нас была аллергия. Ну, то есть, в общем говоря, постепенно мы все перешли на эти вот.